Почти 370 тысяч выпускников по всей России сегодня сдают ЕГЭ по обществознанию. Этот предмет самый популярный среди необязательных и в Северной Осетии. За 4 часа выпускники должны решить почти 30 заданий и набрать минимум 42 балла. В проведении ЕГЭ по обществознанию задействовано свыше 4 тысяч пунктов проведения госэкзамена во всех регионах России и за рубежом. Ход тестирования контролируют общественные наблюдатели и сотрудники Рособорнадзора. В каждом пункте ведется видеонаблюдение. Свои оценки выпускники узнают не позднее 29 июня. Основной этап ЕГЭ в 2018 году проводится с 28 мая по 2 июля. Впереди выпускников ожидают ЕГЭ по биологии, иностранным языкам, литературе и физике. На самом деле на экзамене будет все то, что мы повторяем, мы решаем каждый день, мы готовимся к экзамену. Все, ничего нового там не будет. Тревожное состояние из-за вот этого жесткого контроля. Сегодня я пришла на ЕГЭ со своей дочкой Камилой. Это важна поддержка, когда моя дочь выходит, когда она меня видит, вот ей становится как-то и уверенной. Она себя чувствует, что мама на улице за нее переживает.